Большой совсем. Сам уроки делает. Почему тебя выпустили? Условно-досрочно. Прекращение исполнения уголовного наказания в связи с достижением его целей. Справился. Чего ж ты даже не предупредил? Да никто не верил, что получится. Даже адвокат не верил. Ты зачем пришел? Тебе что-то нужно? Тут мой дом. Моя семья. Любимая женщина. Ты знаешь, мы больше не семья. И это не твой дом. И ты мне не муж. Так что... Ты меня выгоняешь, что ли? А что, что-то непонятно? Ты думал, я тебя жду с распростертыми объятиями и дни считаю? Настя, я вернулся к тебе и к Тёме. А не подходи ко мне. А вы, собственно, к кому? А ты чего тут делаешь, малыш? Ты чего? Да ты дрожишь весь. Сейчас, подожди. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Так, ну и что? Тебя как зовут? Как тебя зовут, я посмотрю. Ричи, а может, тут и телефон есть твоих хозяев? Ищут тебя, наверное. Так, давай-ка. Сейчас. Ну, что мне с тобой делать? Скажи. Ой, 2 месяца ты у меня в напарниках, а я даже имя твое запомнить не могу. Оно у тебя вообще есть? Ну, вообще есть. Денис. Но меня никто по имени не называет. Так, по фамилии Котик. Котик. Да ладно, не расстраивайся. Меня все детство Кувалдой прозвали. А почему Кувалдой? Вы такая хорошая. Езжай домой, пока я добрая, Денис. Понял, до завтра. Пока. Так, а это что это у нас за иллюминация такая в 12 часов ночи? Мишаня, это я, слушай, я заскочу к Насте на секунду, у нее свет горит во всей квартире, представляешь, даже в Тёмкиной комнате. Не надо никуда заскакивать, Наташа. О, привет. О, тетя Наташа вернулась. Мам, мы теперь можем пойти домой к папе? Папе? Да, его из тюрьмы раньше времени выпустили. За хорошее поведение. Серьезно? Он мне сам сказал. Ну ты, мать, даешь. Наташа, а я-то чего даю? Так, ясно. Сидите здесь, я сейчас. Нет, стой! Давайте все успокоимся и ляжем спать. Почему мы не можем спать дома? Почему не можем? Можем, конечно. Можем, просто у нас нету матраса надувного дома.
Да, Тёмик, точно. Ты знаешь, я что думаю? Я думаю, папа устал, уже спит, наверное. Давайте вы сегодня у нас останетесь переночуть, а? Угу, да. Слушай, Наська, ты горишь, взять тебе температуру, что ли? Нет, просто у вас очень жарко. Очень. Слушай, Настя, а ты когда Виктора увидела, у тебя как, сердце ёкнуло? Ничего мне нигде не ёкнуло. Так, понятно. Вот что тебе понятно, Кувалдина, а? Да всё мне понятно, Латышева. Чувства былые вернулись, лямур-тужур. Ой, хватит, пожалуйста, я прошу тебя. Я вообще больше ничего с ним не хочу. Пусть он катится к своим бабам. Ой, единственная счастливая пара была. Всю статистику мне испортили, сволочи. Почему это мы единственная пара? А вы с Мишкой столько лет вместе и тоже счастливы? Нет? Слушай, а вот этот урод, который девушку-то убил, чего с ним, нашли его? Батов? М? Нет. Сбежал. Правда, непонятно, еще он убил или нет. А что непонятно-то? Чего он бежал тогда? Мотив, конечно, у него был. Ну, тоже разбираться надо. А что за мотив? Она встретила новую любовь и его бросила. Классика. Не стой, работай. Никакие сериалы не нужны. Ну, представляешь, он ей щенка купил. Так трогательно. Скажи. Рисковый мужик. Если бы мой Мишка в дом собаку притащил, бы его убил, наверное. Не, ну не убил, конечно, покалечил бы точно. Ты просто очень-очень приземленная, Кувалдина. Так, спокойной ночи. Песик он ей подарил. Ромео. Подвинься. Здорово, друг. А ты куда собрался? Ничего. Даже чая не попьешь. А? Мишка. Миша, я ведь никогда не пил особо. А последнее время об этом только мечталось. Чтобы на нашей кухне, чтобы свет теплый, чтобы рюмка водки, огурцы и Наташки. Между первой и второй? Давай. А Настя одна? В смысле? Мне особо не докладывают. Я никого не видел. А я на нее поначалу обижался, но что не поверила. Думал, вот выйду, буду бороться за справедливость. Ну, чтоб приговор отменили, звание вернули, восстановили. Но время-то было посидеть, подумать. Не нужно этого ничего. Мне не нужно. Не важно, чтоб
жена и сын рядом. И чтобы они мне верили, понимаешь, Миша? Все наладится, Вить. Все наладится. Думаешь? Только ты лошадей не гони, а то я знаю тебя. Помягче надо. Ну, ужин приготовь, как ты умеешь. Разговор начни, а там... Прав, Мишань, прав. Ужин. Закусывай, огурцы кому нес? Мишань, а ты куда в такую рань-то? За шкафом. Клиент сегодня приедет, а у меня резьба еще не готова. Ну ты, мать, даешь. Я завтрак. Сегодня Тёмыч за меня. Да, Тём? А. Я ж тетрадку забыл. Мне домой надо. Ну ничего, один раз без тетрадки обойдешься. Вот днем мы купим. Так, Наташа, не надо ничего покупать. Мне все равно нужно домой вещи собрать и переодеться. Давай, да дай быстрее пошли. Успеем домой зайти. Стоять. Я с вами пойду. За компанию. Привет. Наташа, рад видеть. Привет, пап. Здорово. Ну что стоим-то? Вещи сами себе, что ли, будут собирать? Давайте быстренько. Доброе утро, Настя. Я тут кофе приготовил. Налить? Мне налей. Здрасте, как кофе хочется. Умираю прям. Ловко ты в чужой кухне орудуешь. Наташ, ну ты-то чего? Это и моя кухня. Угу. Была твоя, пока ты в тюрьму не сел. А сейчас у вас не все отдельное. Наташ, я ее люблю. Наташ, мы уходим. Настя. Артем! Мы в школу опаздываем вообще. Ты на условно-досрочном, помнишь? Права на ошибку у тебя нет. Я думал, что ты уже решил избавиться от единственной вредной привычки. Привет. Привет. Спасибо. Ты помнишь, что у нас свидание? Я забронировал столик в китайском, японском, итальянском, французском ресторане. Еще тайский, но не уверен. Ты в какой хочешь? Я сегодня вообще не могу. Окей, не сегодня, завтра? Да нет, я завтра... Я не понимаю пока про завтра. Анастасия Дмитриевна. Ну, послушай, я правда сейчас не могу, но... Скажешь, почему? Долго очень объяснять. Ой, подержи, пожалуйста. Алло. Да, хорошо. Да, я буду. Ты прости, пожалуйста. Спасибо тебе за кофе. Это не моя. Я ее нашла у подвала. Ричи зовут. Так это же этой. Милки-стрижак-собака. Из 24-й.
Странно, что я такой не знаю. Так она у мужиков своих тусовалась, здесь даже не показывалась. Квартиру хотела сдавать, а потом вернулась, вот собачку себе завела. Вы позвонили ей? Я звонила, телефон недоступен. Какая вы говорите, 24-я? Да. Фу-фу-фу. Фу. Спасибо. Тебе идет. Свет не мой. Да ладно. На место положил? Тебя тоже касается. Оба к стене, быстро. На месте стоять! Девушка, может, я и буду вам подчиняться? Если вам нравятся такие игры. Может, все-таки познакомимся сначала, а? Капитан полиции. Екатерина Аминова. О-ля-ля. Батюшки свят, баба участковая, офигеть можно. Коллеги. Сергеич, ну что? Что? Да ничего. Ты просто сама не своя. Угу. Может, что случилось? Нет, все нормально. Ну ладно, не хочешь, не говори. Я тебя пытать не буду. Давай, что там у тебя? У меня, значит так. Батов Олег Николаевич, 81-го года рождения, закончил лесотехническую академию. Понятно, значит. Холост, не судим, не привлекался. Так, штрафы за превышение скорости, это вообще. Вот. Учредитель фирмы Дорман и Батов Транспортинг вместе с неким Дорманом Александром Борисовичем. А до этого у них была одна фирма на двоих – Транслогистик. Угу. Вот. Ну, они, случайно, не близкие друзья еще? Ну, или близкие враги. Александр Борисович, к вам из уголовного розыска. Здравствуйте. 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 Майор Латышева, майор Сергеев. Вы по поводу Милы, да? Угу. Присаживайтесь. Спасибо. А откуда вы знаете о том, что произошло с Милой? Жена рассказала. Они же подруги. Были подругами. Скажите, а где сейчас находится Олег Батов? Самому хотелось бы знать. Вчера в обед уехал из офиса, сказал на час. Вот. До сих пор ждем. А телефон отключен. Это нормально. Ну, не странно, что партнер по бизнесу. Вышел на час и ни слуху, ни духу. Ведь сутки уже прошли. Для Олега нормально. Он, кажется, из дома вышел, юбку увидел, все. Связь потеряна. А вы что, его подозреваете в убийстве? Да нет, это бред. Батов никого убить не может. А почему вы решили, что Батов никого не может убить? Да я его знаю лет 100. Во-первых, он у нас впечатлительный, как девочка. Я бы он как-то на шашлыки поехал. И он, значит, об шампур порезался. Ну, царапина, ерунда какая. Так он в обморок грохнулся. Отпаивали потом. Как девочка, значит? Чего же эта девочка сбежала-то? Это стол Бату? Угу. Я там покопаюсь. Копайте, пожалуйста, вряд ли что-нибудь интересное найдете. Посмотрим. Расскажите мне, пожалуйста, про Милу. Вы же хорошо ее знали. Какой она была? Ой, Мила... Мила всегда знала, чего хочет. И умела этого добиться. Вы знаете, она же родом-то из деревни какой-то глухой. Ну, окончила там курсы парикмахеров, потом вдруг на тебе. Квартира, норковая шуба, салон собственный, отпуск в Италии. А откуда такой богатство-то? Ну, вот умела находить правильных мужчин, которые не отказывали. Ага. Ух ты. А что Батов? Ну, их, кстати, Оленька моя познакомила. Угу. Причем я Милке сразу сказал, говорит, ты губы не раскатывай. Олег у нас не для серьезных отношений. Он, видите, в офисе умудрился гарем организовать. Ну, а она сама, походу, не дура. Развела его на 3 лимона, которые он
из дела вынул. И что, не вернула? Да какой там? Хотя вчера Олег сказал, что вроде бы с ней вопрос решил, через неделю все обещал вернуть. Вы, может, это, чай, кофе хотите? Да, кофе. Кофе с молоком. А вы? И мне такой же. Давай три. Я тоже, Соня. За компанию. Скажите, Олег, как он вел себя вчера утром? Так, как обычно. У нас клиент был важный. Ну, он его развлекал, там, шутил. Анекдоты. Вот, сказал, отскочу на час, и все, с тех пор не вернулся. Угу. Ну, вы, конечно, не знаете, где он может быть. Я? Нет. Подождите, а вы же говорили про гарем в офисе. А вы ничего сделать не забыли? Чего? Вызвать участкового, понятых. Понимаете, милая девушка, мы работаем в убойном. И тратить время на всякие вот такие трогательные формальности мы не можем. У нас бы на работу его не хватало. Очень жаль. Придется писать рапорт. Будешь доносить на коллег. Погоди, Рим, погоди. Если вы считаете, что ваша задача рапорты писать, так пишите. А наша работа – убить, словить. У-у-у. Жизнью рисковать. Но раз вы тут работаете, есть очень интересные обстоятельства. Внимательным какое? Это собака-стрижак. Я нашла ее около дома. На собаке был ошейник и поводок. Она бы просто так ее не оставила. И что это нам дает? Что жертва любила свою собачку? Очевидно, что стрижак похитили. Нам дает это приблизительное место похищения. Убийца известен. Давай в Шерлока Холмса в другой раз поиграешь. Катя, простите, пожалуйста, моего друга, он сегодня не в себе. Я как-то могу загладить его вину? Может быть, кофе выпьем? Вы, кажется, работаете. Да, вроде бы уже и закончили. Ну, так как? В следующий раз. Мне еще рапорт писать. А. Вот ведь кофе попьем. Дамы, садитесь, пожалуйста. Знакомимся, пожалуйста. Это Полина, директор по маркетингу. Леночка, юридический отдел. Валентина Сергеевна, наш бухгалтер. Здравствуйте. А это господа из полиции. Очень приятно. Здравствуйте. Вы, наверное, слышали, что мы ищем Олега Батова. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Девочки, открываем общество любовниц убийцы. Если кто-то из вас знает его местонахождение... Ну, очередной баба, где же еще он может быть? Вот мои визитки. Если вам есть что рассказать, пожалуйста, позвоните мне, потому что если Олег не виноват, вы только поможете ему. А если виноват, я очень прошу вас, пожалуйста, не подставляйте себя под вину другого человека. Потому что за сокрытие улик, а уж тем более сокрытие преступника, у нас существует статья. 316 УК РФ. До 2 лет лишения свободы, так что... Спасибо. Совершенно верно. Сергеич, закончи, пожалуйста. Хорошо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что ж, продолжим. Даша. Даш, простите, пожалуйста, у вас случайно лака для ногтей нет? Колготки зацепила, мне еще весь день работать. А? Лак? Да, конечно. Спасибо. Вот, держите. Спасибо большое. Давно здесь работаете? Да нет, совсем недавно, 2 месяца всего лишь. Начальники не пристают? Да нет, вы что? Александр Борисович, он только свою жену любит, он других женщин даже не замечает, вы что? А Батов? А что Батов? Он со мной практически не общается. Ну, так только чай, кофе. Ясно. Спасибо большое. Выручили. Пожалуйста. Какая у вас сумка красивая. Настоящая или Китай? Настоящая. Ну что, пойдем? Угу. До свидания. До свидания. Ну что, походу, дело пусто. Не пусто, а густо. Да что густо?
Адрес секретарши пробей. Тебе зачем эта мышь? Сам ты мышь, Сергеич. Интересная девушка. Да ты только без меня не уезжай, пожалуйста. Ладно? Да, Настя, мне кажется, ты все придумываешь. Но эта Даша вообще не из нашей оперы. Она ребенок, а не женщина. А ты знаешь, сколько у этого ребенка сумка стоит? Ну, сколько? 50 тысяч рублей. А знаешь, какая у нее зарплата? А что тогда не знает никто? Она там вообще всего 2 месяца. Думаешь, партнеру нравится, что у него на работе гарем? Конечно, они решили не афишировать. Логично. Позвонить Наташе. Привет, мать. Наташ, привет. Ты на громкой связи. Я с Сергеичем. Здравия желаю. И тебе не хворать. Наташ, ты не могла бы Тёмку из школы сегодня встретить? А, я не смогу. Я сегодня на дежурстве. Ну, Жаня сгоняет. Не парься. Спасибо, пока. Что? Ничего. Он вроде всегда из школы сам ходил. Ходил, ходил. Пока отец из зоны не освободился. Нифига себе. Че, Витёк вышел? Ему же еще 2 года сидеть. Выпустили по УДО. Сергеич, я только тебя очень прошу. Ты, пожалуйста, никому не говори, ладно? Ты меня обижаешь. Может, помощь какая нужна? Не, ну ты только свистни. Никого нет. Будем звонить. Ну, мне прям ноет поток в квартире. Я понимаю вас, Амалия Вячеславовна, понимаю. Сын только сделал ремонт. Да я понимаю. Да ломай дверь! Что значит я ломать дверь? А потом мне из своего кармана деньги платить? Зовите участкового, пускай власть решает, ломать мне дверь или не ломать. Мне какая разница, ломать или не ломать? Беги за участковым, я в контору за инструментом. И через 20 минут мы здесь встречаемся. Я побежала. Ты только никуда не исчезай, а то где тебя потом искать-то будут. Так, через 20 минут. Ну что, наряд будем вызывать? Да я думаю, сами довезем. Ну, здравствуй, милый человек. А в чем, собственно, дело? А я тебе сейчас объясню. Давай. Зачем этот? Я тебе сейчас объясню. Больно! Больно? А ей не больно было, когда ты на ее машины наезжал? Олег? Отпустите его! О, вот и Джульетта. Отпустите его! Успокойся. Он ни в чем не виновен, а нет! Приеду. Где Ладыш? О, перекусываем, работнички. Да мы только с квартиры стрижа. Калываем, как проклятые, пока некоторые вон с коммерсантами пакетничают. Это ты на Ладышу намекаешь? А она, между прочим, убийцу взяла. О, посмотрите, герой дня. Это привет. Ладно, я герой дня. Сергеич, провел силовое задержание. Да. Вот. Ну, не прибедняйся. А Батова вообще еще расколоть надо. Девушка там новая его, в истерике бьется. Сергеич, если девушку, могу я. Сиди, пусть Сергеич с ней поговорит ласково, он умеет. Настя, а ты колей этого Батова, чистосердечное признание. Ой. Как представлю, что мы прямо сегодня это дело можем закрыть. Аж дух захватывает. Простите. Да, не буду мешать. Говори. Приятного аппетита. Далее. Привет. Есть минутка? От
Окей, я попозже позвоню. Хорошо, говори, что тебе. Может, поужинаем вместе сегодня вечером? Ты действительно думаешь, что после всего, что случилось, я буду с тобой по ресторанам ходить? А, ну, давай дома. Я что-нибудь приготовлю. Рыбу запеку. Посидим спокойно. Обсудим планы на будущее. Ты что-то там себе придумал? У нас нет семьи. И никогда больше не будет. И будущего у нас с тобой общего никакого нет. Все, я не могу с тобой разговаривать. Настя! Настя, подожди! Слушайте, я ее не убивал. Как вы вообще такое подумать могли? Я ни одну женщину не ударил. Ни разу в жизни. Почему тогда сбежали? Испугался. Ну, я думал, она ментов привлекла. Ментов? Ну, простите, я хотел сказать, что... Нет, я все понимаю. Почему она должна была привлекать ментов? Вы что, преследовали ее, угрожали? Да при чем тут это? Я в нее влюбился. Серьезно. Но потом все прошло. У меня так часто бывает, я быстро загораюсь, а потом все как отрезало. Как интересно. И когда же у вас все отрезало? Когда вы увидели ее с другим мужчиной? Да нет, мы нормально расстались. Слушайте, она что, единственная женщина в городе? Сейчас она единственная женщина в судебно-медицинском морге. Мне про ваше расставание совсем другое рассказывали. Говорили, что вы из ревности чуть салон ее не разгромили. Да при чем здесь ревность вообще? Она мне денег кучу должна была, я давать не собиралась. Да, я дал ей денег в долг, когда мы еще вместе были, ну, понимаете. Она говорит, я тебе через месяц отдам, мол, кредит возьму в банке. Полгода уже прошло. Полгода. Я деньги из проекта вынул. Я все поняла. Значит, к другому ее не ревновали. Че, дурак, что ли? Хорошо, тогда скажите, где вы были в воскресенье вечером? Я же говорю вам, он был со мной. Угу. Ночевал у меня. Ты лучше мне скажи, когда он к тебе пришел? Сразу после работы пришел. Примерно в половине восьмого, там, в восьмом часу, я точно не помню. Значит, в полдевятого вы были вместе? Да. Мы сначала готовили ужинать, потом ужинали, потом... были вместе, ну, вы понимаете. Вот, а потом она закончила шампанское, и мы пошли в магазин. Вот. В какой магазин? Круглосуточный. На углу, около моего дома. Чеки остались? Нет, а зачем? Ну, знаете, нас запомнила продавщица. Просто Олежа очень сильно ругался, то, что нам не продают шампанское из-за того, что поздно. Понятно, понятно. Хорошо, хорошо. Послушай, Даша, вот ты молодая еще, красивая. У тебя папа с мамой есть? Есть, конечно. Чем занимаются? Педагоги. Папа инструктор по вождению. Мама учитель пения. Ну вот, они тебя вырастили, выучили. Хотели, чтобы ты счастливой была. Ну зачем тебе жизнь-то ломать? Ты хоть знаешь, сколько теперь дают за дачу ложных показаний? Не знаешь, а я знаю. Много. А у нас с тобой еще укрывательство. Ты подумай, как папа с мамой людям в глаза смотреть будут? Ты не плачь, дочка, не плачь. Ты лучше вспомни, пока не поздно, во сколько он к тебе пришел. Я же говорю вам, что он пришел ко мне сразу после работы, в половине восьмого. В общем, ясно одно, что девчонка не расколется. Я вообще не понимаю, что они нашли в этом Патрии? Так, ладно. Давайте с другой стороны зайдем. А что там у Стрижак дома? Нашли что-нибудь? Документы привезли, но там ничего интересного. А собака? Какая собака? Господи, опять эта собака. Собака.
Новый любовник Милы подарил ей щенка. Она его очень сильно любила, души в нем не чаяла. И вот собака пропала. Он никуда не пропал, он у участкового. Там какая-то баба в участковых. Говорит, нашла вечером, ночью возле подъезда. Красивая, да? Кто, собака? Участковый. Молодая, значит, дерзкая. Донос на нас хочет написать. Опять? Ну сколько я буду вашу задницу прикрывать, ребята? Настенька, и решите что-нибудь с рапортом. Да, что-что? Что-нибудь. Ну, а, решим. Решим. Вадим Максимович, решим. Ну, свободно идите. Слушай, сейчас зайдем? Тём, Тёмыч. Дядь Миш. Что мы здесь делаем? Я чего подумал? Пока мама и тетя Наташа на работе, может быть, сходим куда-нибудь в мужской компании, съедим чего-нибудь вкусненького. М? Хорошая идея, я за. Ну, пойдем. Папа? Привет. Здорово. Че, как дела? Здорово. Слушай, дядь Миша, может, папу тоже с собой возьмем? А я согласен. Ты даже не знаешь, куда. С тобой? Да на край света. Пошли. Пойдем. Майор Латышева. Капитан Аминова. Вы насчет рапорта? Капитан, почему вы не в форме? Да вот как вышла с основным свидетелем с утра, так и не успела. Собак-стрижак? Да? И где вы ее нашли? Во дворе. Значит так, нужно опросить всех собачников во дворе. Мила не гуляла с собакой во дворе. Она гуляла с ней в парке. Пойдемте покажу. Да. Ну, вы знаете, двор был бы куда перспективнее. А вечером что, народ вообще нет? А что здесь делать? Понятно. Это не сон? Ущипните меня. Нет, это камера видеонаблюдения. Соседу одному машину портили постоянно. Угу. Он повесил. Так, может быть, можно взять запись с этой камеры? Через 5 минут с ним встречаюсь. А вы молодец. Спасибо. А она как вообще? Хорошо. Много работает? Ну, так. Понятно, как обычно. Отдыхать-то успеваете? Кино? Кафе? В кино мы вчера ходили. А в кафе мама в воскресенье была. Представляешь, в порванном платье вернулась. Не пойму, дрались они там, что ли? А кто они, сынок? Да я не знаю. С кем там мама на свидание ходила? Она даже мне не сказала. Слушай, ты же знаешь, как я вас люблю. Я хочу все вернуть. Хочу, чтобы мы были снова одна семья. А мама? А что мама? Не думаю, что мама тоже этого хочет. Да хочет, хочет. Просто немножко боится. И вот ты поможешь мне ее убедить. Пап, я не хочу никого убеждать. Не хочу, чтобы вы были вместе только из-за меня. Пусть она сама решает, ладно? Есть так хочется. А вот там есть пиццерия. Да нет, вы что, я на диете. Вот сын бы у меня, конечно, сейчас. Он обожает пиццу. У вас есть сын большой? Да, большой, 11 лет, Артем. А у вас есть муж, дети? Нет, ни мужа, ни детей, я свободна. Вы не местная? А вы как догадались? У меня папа военный, и в детстве я много жила на Кавказе, так что чуть-чуть улавливаю. 3 месяца назад приехала. Холодно у вас тут, никак не привыкну. Это вы всего 3 месяца здесь и уже знаете всех жильцов по фамилии, по имени, да? Ну, вот видите, милый стрижак, ты не знала? Да. Здравствуйте, Екатерина Тимуровна. Здрасте. Извините, что так долго. Искал нужный для вас день. Вот. Тут и вправду кино. Спасибо большое, Виктор Афанасьевич. Да что вы, это вам спасибо. Екатерина Тимуровна посоветовала мне камеру установить. А то, представляете, 3 раза! 3 раза мне колеса резали. До свидания. До свидания. Thank you.
это не я, я ее не убивал. Да, я соврал по поводу алиби, но я был у Даши, я приехал к Даше только позже. А Милу я даже пальцем не тронул, я ее оставил там, живую, здоровую. Подождите, вы что, оставили девушку одну на морозе, на пустыре? Нет, ну да, в смысле нет. Она мне такого наговорила, мне просто нужна была эта дебильная расписка. Какая расписка? Что она деньги взяла, я же ей просто так их дал. А с чем я в суд-то пойду? Так, подождите, вы хотите сказать, что вы в день убийства Милы взяли у нее расписку, что она вернет вам деньги? Ну да. А где расписка? В машине. Вы меня теперь посадите, да? За дачу ложных показаний? Но остальное все правда. Угу. Он ко мне в этот вечер приехал такой веселый. Сказал, что скоро эта женщина отдаст ему денег, и мы поедем на море. Вот так. А теперь не поедем. Девушка, успокойтесь, пожалуйста, я прошу вас. Вспомните лучше, во что был одет Батов. А, я помню. На нем было серое пальто, белый свитер и джинсы. Прекрасно. Сергей, заканчивайте. Хорошо. Ты вот что, дочка, давай заканчивай реветь и давай запишем показания и отправляйся домой. Что? Домой отправляйся. Вы меня отпустите домой? Я бы не отпускал. А вот начальство тебя решило простить на первый раз. Но чтоб никогда больше в жизни, поняла? Спасибо вам большое. Угу. А Олег? Чего? Олега вы отпустите? Я без него никуда не уйду. Послушайте, он ни в чем не виноват. Он никого не убивал. Значит, у тебя получается, что Батов не убийца, несмотря на доказательства. Видео доказывает, что Батов увез Стрижак от дома силой, но не доказывает, что он убийца. Стрижак нужна была ему живой, чтобы она могла вернуть ему деньги. И еще, в защиту Батову. Ни на пальто, ни в машине следов крови нет. Но может, и он пальто снял перед убийством? И свитер, и джинсы. Прямых доказательств, что Батов убийца, нет. Короче, дело раскрыто. Я уже Смирнову докладывал, готовьте рапорт следователю. Ну так нельзя. Будешь начальником, будешь делать так, как можно. А пока я здесь главный. А вам лишь бы только отчитаться. Ох, как запела. Насть. Что Насть? Насть! Нужно искать нового любовника, Стрижак. А Батов, ну Батов просто бабник. В вечер убийства он был с новой подружкой, распивал шампанское. Короче, майор Латышев, свободны. Похоже, баба в виде начальника отдела нам больше не грозит. Как день прошел? Великолепно. Подозреваемый оказался невиновным. Дело развалилось, а Жаров уже похвастался генералу Смирнову. Первый раз, что ли? Я вижу, есть что-то еще. Говори. Да нет, ничего, все нормально. Настя. Виктор вернулся. Выпустили по УДО. Помощь нужна? Да нет. Справлюсь, наверное. Так, ты сейчас домой? Давай провожу. Да нет, спасибо, Паш. Я на машине. Ну и отлично. Я провожу тебя на твоей машине. Давай ключ. Давай.
Что, может, еще по пивасу? Рима, ну что ты за человек такой, а? Это к чему-то прекрасному в жизни тянуться. Ты что, про баб? Баба у тебя на самоваре, понял? А я о девушках и принцессах. Один вот такой любитель принцесс у нас сейчас в КПЗ отдыхает. Что, работает? Что, как работает? Кстати, Рима, давай-ка тебе аккаунт создадим, а? Стричь свою мечту, обещаю. Ну, я потом как-нибудь. Ваш, два пива. Так, так, что у нас здесь? Да ладно. Паш, ну спасибо, что проводил. Как ты сам добираться-то будешь, а? Ну, как-нибудь доберусь. Такси еще никто не отменял, ну или на трамвайчике. До завтра. До завтра. Да, и помни, если что, я всегда рядом. Хорошо. Да, алло. Да? Нет. А давай поужинаем. Паша! Все-таки это мой дом. Знакомьтесь. Это Виктор, мой бывший муж. А это Павел, мой друг.